Сейчас немножко отдохну. Есть хочется вообще сильно. Я могу купить сегодня поесть себе на 300 рублей, чтобы купить, не знаю. Пирожки поесть, супчик я хочу поесть. Можно пирожки купить, кстати. Где же пирожки-то купить? Давно я не ел пирожки. Еще один дом остался. Лопату новую выдали. Где же пирожки купить? В магазинчике небольшом. Можно купить пирожков и энергетик. Хотя он там дорогой. Есть хочу вообще сильно. Да, все предопределено. Все происходит ровно в тайминг. Вообще жесть. Что же с этой информацией делать, я не знаю. Последний дом остался. И поем пирожков. Поесть хочется.